Сорт томата Glacial Zebra. Не Classical, а Glacial. Такие разные формы плоды. У меня они не очень большие получились. Но я думаю, он может быть и больше. Красивая форма. Вот эти охровые уже такими золотыми, как закат. И зелеными рисками, золотым цветом таким. Это уже готовые. Сейчас снимем на пробу. Итак, собрал я Glacial Zebra. Такие красивые помидорки разного размера. Сейчас взвесим. Возьмем один вот такой поменьше, один вот махровенький. Так, большой по весу 131 грамм. Поменьше такой средненький 76 грамм. Сейчас попробуем на вкус такой красивый солнечный плодик. Glacial Zebra. Неплохой баланс. Очень есть сладость, есть кислиночка, насыщенный вкус. Очень мясистый салатный томатик. Такого прямо достойного вкуса. И урожайный. Вкусно. Вкус зеленоплодного томата. Помидоры эти не легкие. Сразу для свежего употребления. Класс. Без соли и приправы, офигеть. Надо пробовать. Хороший.